Участие в сессии приняли и представители краевой власти. Прошлый год для муниципалитета был юбилейным. Абинскому району исполнилось 90 лет. Ко дню рождения район подошел с неплохими показателями, отметил глава. Сегодня муниципалитет считается флагманом металлургии на Кубани, а по темпам роста основных экономических показателей находится на 5-й строчке краевого рейтинга. В минувшем году ремонтировались дороги и тротуары, шла газификация населенных пунктов, благоустройство парков и скверов. Абинский район был и есть крепким середнячком с большим потенциалом, поэтому огромные резервы есть. И задача таких сессий, таких посещений, в том числе такие резервы выявить. Как отметил глава района, в этом году муниципальная власть также будет работать, чтобы создать благоприятные условия для развития промышленности и сельского хозяйства. Деятельность главы депутаты признали удовлетворительной.